Спасибо, уважаемый господин председатель, за ваши теплые слова о нашей стране, вашу оценку отношений между нашими народами и между нашими государствами. Я благодарен за гостеприимство, которое оказано мне и членам нашей делегации. Я очень рад вновь посетить вашу прекрасную страну и еще раз убедиться в стремительном развитии Китайской Народной Республики по пути созидания и прогресса. Я имел возможность посещать Шанхай 9 лет назад, и тогда этот город произвел огромное впечатление. Ну а сегодня Шанхай поражает каждого человека, который его посещает, развитием, величием и грандиозностью, и масштабностью преобразований, которые китайский народ добился за последние годы. Также очень благодарен за теплую память о моем отце, великом сыне Азербайджана, основоположнике современной азербайджанской государственности Сергее Даралиеве. И книга о его жизни и деятельности на китайском языке – это знак большого уважения. Мы в Азербайджане это очень ценим и за это очень благодарны. Мы привержены политике сотрудничества с Китайской Народной Республикой по всем направлениям. Мы хотим развивать это сотрудничество, углублять. И в этом направлении готовы предпринимать конкретные шаги. Вы отметили о нашей взаимной поддержке в международных структурах. Еще раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан всегда поддерживал и будет поддерживать вашу страну в Организации Объединенных Наций, в